Доверяй, но проверяй. Продавец одного из поселковых магазинов в Нефтеюганском районе поверила на слово покупателю и теперь может поплатиться за это. Женщине грозит штраф за распространение фейковой информации о коронавирусе. Продавец узнала, что пациенты Нефтеюганской районной больницы якобы не соблюдают режим самоизоляции и подвергают опасности жителей поселения. Об этом югорчанка написала в одном из чатов. Информация оказалась ложной. Фейковую новость удалили. Ее автору грозит штраф до 100 000 рублей.